Арт-пространство «Клоповник» – это место, где творческие люди находят друг друга и свою аудиторию. Именно там 17 фотографов зимой 2020 года организовали выставку «Мое». Это исследование фотохудожников о том, какие места в пространстве города мы считаем своими. Вообще идея зародилась из-за того, что на тот момент, в 2020 году, еще более актуальна была какая-то негативная повестка восприятия Челябинска. Люди часто говорили о том, что хотят уехать из города, что они чувствуют этот город своим, как будто они здесь лишние, им здесь неуютно. И мы решили попробовать провести вот такое исследование, спросить у творческих людей, что же все-таки позволяет им чувствовать себя своими в этом городе, что роднит их с этим местом. Сейчас работы художников представлены на третьем этаже главного корпуса ЮРГУ. Любой желающий может увидеть фотографии, созданные разными авторами в один и тот же день. Через каждый из 17 объективов привычный Челябинск раскрылся совершенно по-разному, ведь у каждого человека разные ассоциации со словом «моё». Кажется, очень важный термин для каждого человека, да, когда ты начинаешь ассоциировать себя, это значит, ты начинаешь себя понимать, да, что тебе нравится, что ты любишь, что ты не любишь. То есть очень важно же понимать, когда вот мое, и в этот же момент появляется это не мое. Вот. Поэтому мне кажется, что это вопрос вот идентичности. Это просто какое-то такое уютное ощущение, прекрасных фотографий даже. Может быть, не совсем современные какие-то места были запечатлены, но как-то все равно такое теплое родное ощущение вызвало. Поэтому, ну, просто укрепилось такое ощущение родства с Челябинском. На выставке также представлены интерактивные зоны. Одна из них – карта Челябинска. На ней организаторы мероприятия предлагают нанести отметки, рисунки или записи о значимых местах в городе. Каждый желающий может оставить свой отпечаток. Доска с картой Челябинска будет доступна всем до окончания выставки – 28 апреля.